Итак, добрый вечер, уважаемые дамы, господа, офицеры и так далее и тому подобное. Ребята, сегодня мы снова в Darkest Dungeon. Итак, с нашего последнего рейда половина команды сошла с ума, отправилась бухать, развратничать и пропала без вести. Мы потеряли некоторых бойцов, но мы не потеряли самое главное, мы не потеряли самообладание во всей этой сумасшедшей чертовщине. И сейчас мы попробуем нанять новичков и отправить их в бой. Как смелых, сильных и вообще крутых ребят. Конечно, маловероятно, что кто-нибудь из них доживет до конца первого же своего похода, но мы не будем терять надежд. Ну вы поняли, о чем я. Итак, из-за того, что FPS, наверное, 16 секунд, возможно, меньше, это будет немножко медленно. Под немножко я подразумеваю, что это будет пипец как медленно. Кстати, снятие стресса. Либо он будет бить, либо снимать стресс. Кровожадность. Порой мне просто нравится читать про этих героев. Склонность к извращениям. Все, минус 10 жизней. Все. Уже проиграл. Что это такое? 10 к точности. Они все какие-то, не знаю, кривые, что ли. Ладно, посмотрим вот новичок. На шанс. Ну, слушайте, идеальный чувак с иммунитетом. С уроном вообще. Красавчик, что он делает? Бросает зверей. Кусает зверей, свистит зверям, сочувствует зверям. Блин, просто... Может, я его тоже по головке поглажу, но золото, а не персонаж. Смотри, он сочувствует собачкам. Ну, что может быть прекраснее этого? Я еще не придумал. Ничего себе, вот это, кстати, классно. Вот это классно. Удар дубинка бред. А вот собака, которая защищает, вот это я понимаю. Так. Мы это закроем рано или поздно, да. Возможно, я недооценивал этих ребят с собаками. Даже давайте дадим им второй шанс. Но... Вот это круто. Еще дадим ему какую-нибудь фишку на уклонение. Чтобы он мог стрейфиться от всех подряд. Давай, братан. Мы хотя бы за сегодняшний день должны успеть это сделать. Давай, пожалуйста, чувак. Так, но на уклонение что-нибудь. 4 к точности, 10 к шансу переместиться. Есть шанс ограбления. О, плюс 4 к уклонению, ну. Как по заказу, ребят. Как по заказу. Теперь он будет просто уклоняться от всего.
Умник, разбойник, крестоносец. Нет. Но это чувство больше ничего на уклонение тут и нет. В общем, отличный чувак получился, отличный персонаж со свистком. Свистком. Так, ладно, кого бы взять в группу поддержки? Второй левел. Ну, кстати, она хороша. Возьмем это. Ну, в общем, все, группу мы ему наберем. Или вот этого. Или вот этого. Одноглазый нигер. Или Зорро. Одноглазый нигер, Зорро. Одноглазый нигер, Зорро. Если взять вот двух вот этих. Слушайте, это же полная наркомания. Мне это нравится. Ничего себе. Тестер, чувак, прокачан. Вот это, кстати, классно. Так опять же, они все атакуют с вторых позиций. За фобия. А нам нужен кто-нибудь, кто бы выступал в авангарде. В принципе, этого Дурилу можно поставить в авангард. Клаустрофобия. Игромания. Ну окей, погнали. Только сейчас. Вот эту девчонку куда-нибудь засунем. Что нет постоянно? Да. Она любительница помедитировать. А это любительница чего? What do you like, babe? What do you like? Come on, tell me. Тысяча глаз, да. Точно. Whatever. Хотя... Не знаю, тоже. Тоже я, наверное, запихну в церковь. Всех в церковь. Команду. Так. Ты будешь медитировать. А ты наверняка захочешь помолиться. Отлично. Все, погнали, ребят. Хватит терять время. Пора, наконец-то, сделать то, для чего вы сюда пришли. Да, очередная экспедиция, чувак. Не вечно ж в борделе просиживать. Тут босс. Блин, все отстой какой-то. Ну ладно, погнали. Прокачаем братаната. Не бросать же его так. Смотрите, кого я нашел. О, я нашел первых уровней, как я их не видел раньше. Селли, Селли, мы ж тебя не отправили. Но она еще больна. Ну, пофиг, Селли. Ты справишься. К тебе душа воина, монахиня. Че, бог знает кого. Так.
Что скажет Денверс? Криворукс. Блин. Нужно было взять чувака с криворукостью. О, боже мой. Так. Ладно. Давай, Денверс. Наш отряд нуждается в тебе. Со второй. Ну, нормас. Да, ты. Но тебе придется не. Потому что это круто. Просто подумай об этом. Там будет весело. Вот ты пойдешь с псарем. Псарем. Повеселитесь и там. Ну им нужен кто-нибудь, не знаю. Даже если на второй позиции ты не особо работаешь. Или хотя. Нет, смотрите, он работает на второй позиции. Просто золото. Золото, а не персонаж, ребят. Так его все будут бить вечно. Тут надо решить, кого из этих двоих брать. Нижнего или верхнего? Хачета или Белбека Хачета? Зафил, Мазила. Плохой игрок. Что он будет бить дальних? Болбек. В общем, этот оглушает. А этот бьет двух дальних. Клаустрофобия. Бред. А, он ненавидит руины. Не, ну чувак, ну если ты ненавидишь руины, тогда... Что у него урон большой? Здесь шансы разведки и ненавидит руины. Но это тяжелый выбор. Возьмем, наверное, все-таки это. В общем, они сработаются. Погнали, ребят. Нам предстоит долгий поход. В общем, реально долгий. Пожалуйста. Почему так медленно? Нам понадобится немного денег. Немножечко мани. Что продадим, например, вот. Один из гениальных амулетов. Да, 1500 меня вполне устроит. Все отлично. Погнали. Все будут трепетать, просто трепетать перед нашей бравой командой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два. Окей, раз достаточно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13, 14, 15. Я считаю, что еды мало не бывает никогда.
Ну давайте еще одну лопату, пожалуйста. Да. Пару бинтов. Ну ладно. Тройка бинтов. Четверка бинтов. Все, достаточно. Погнали. Турун-тун-тун-тун-тун-тун. Турун-тун-тун-тун-тун. Торон-тон-тон-тон-тон. Торо-тон-тон-тон-тон. Да, в этой части в другой раз. Whatever. Нига. Отлично. Face out the halls of your lineage once familiar. О, неужели наконец-то now, прямой Orin. Коридор? И что, или опять нужно куда-то? О нет, о нет. Опять одна дорога в никуда. Потом еще разветвление дорог никуда, отдельные комнаты в никуда. Все это ведет в никуда. Ну ладно, пойдемте вниз, чё? Что делать-то? Надо идти. Потом повеселимся. А, красота. Команда настоящих арийцев. Мне кажется, из-за лагов они даже в ловушке проходят мимо. Что такое? Свечный сожженный факел. Отлично. Отлично, ребята, взять. Просто 10 из 10, вы справились с этим заданием. Надо будет столько факелов, что эти сучки обзавидуются. Блин, как же они медленно заходят. Вот это да. Тут не было никого. Но стало догадаться. Ловушка. Медленно. Glorious is the trap maker's art. Охренеть. His efficacy unwitnessed by his own eyes. 8 жизней. Так, у кого тут резист к ловушкам? Ребята, я знаю, сори, так, 20, 20, 20, бесполезно. Они все как мясо просто, кушать что ли. Вообще, без толку. Просто будем идти. И надеяться, что кто-нибудь из них доживет до конца. Ящик содержит реликвии. Неужели? Что же содержит в себе ящик? Давайте посмотрим. Портрет и две головы какого-то зануды. Отлично. Не спрашивайте, почему зануды. Тебя расстроило то, что света нет, да? Секунду. In a good way, of course. Ну серьезно, так что это нам дает этот свет? Стресс, точность. Будем жечь факелы. Если игра мне даст нажать кнопку. Все, ну-ка. Все четко. Так, бросок гончими здесь, здесь. Бесполезно. Вот этот норм. Ха-ха! Серьезно?
Серьезно? Уклонение. Идите вы все в задницу. В задницу вас. Слыхали? Учись, чувак, учись. Мы тоже умеем уклоняться. Уклоняйся, бро, это единственное, что тебе остается. Да. Я чувствую, это будет и игра долгих уклонений. Прям гадалки не ходи. Так. Ударить либо вылечить, даже куда ударить. Что меня бесит? A singular strike. Да. Вот так вот. Аж просветлел. Фу-га-га-га-га. А чувак говорит так же, как я, когда я не хочу говорить, не знаю. Обожаю. Так, окей, что у нас дальше? О нет, нет, не бейте этого засранца. Офигеть, он тоже уклонился. Я говорю, игра уклонений. Это будет билд на уклонение. Так, ну, не знаю. Кого из этих ублюдков ударить? Они мне все не нравятся, в принципе. Ну, ударю я это. Да. Ага. Зацени, чувак. 3. Боже мой. Вот это да. Как он сейчас вас в живых, я не представляю. Стрельба наугад, подавляющий огонь. Ну, задница. Держите немного подавляющего огня. As the fiend falls. A faint hope blossoms. Да. Хотя не гритоск, ты сильно не обольщайся. Нет. Нет, уклоняйся, твою ж. Хватит бить его. Confidence surges as the enemy crumbles. Все? Теперь я могу его вылечить? Теперь лучше защитим его. От возможного нападения. Так. Fucking heal, bro. На 2, вот это да. Чувствуешь? Чувствуешь, как ты вылечился? Да, я вижу, да. Что, ну что я могу сделать? Я могу только крикнуть. Не, лучше еще пускать к уклонению его. Вот.
Какой получается у них будет шанс уклониться вот сейчас у этого? Да, я знаю, я знаю. Но я хочу знать про шанс уклонения. 34. Я даже не представляю, какой у него шанс попасть, но... Но я могу пометить цель. Пометить цель. Он помечен. Никер. Он, наверное, мою булу передал или что-нибудь в этом роде. Но не суть. Твою ж налево, серьезно. Конечно же, защищаем патрона. Да, неожиданность. Охренеть. У него там 30 с чем-то уклонения, и он попал. Иди в задницу. Иди нахер. Просто нахер тебя. Я даже не знаю, это взорвет его или разорвет на куски. Что вообще должен сделать такого быстро? Он попал в тушу! В тушу! Но это усилило, это сделало сильнее. Все два лечило и... Три. Ты гений. Три. Серьезно. Ты вылечил за три. Да, будем надеяться, что он не умрет до следующего привала. Все, чувак, я понял, что от этих чуваков никакого толка, так что... Ты у нас тут в команде единственный, кто может бить. Так что, да, руби его. Потому что эти чуваки, они бесполезны, вот эти трое вообще. То есть, ты единственный тащер тут. Давай, бросай гончу. Вот чувак вообще никогда не попадает ни в кого. Этот не лечит, этот не попадает, этот вообще стреляет в трупы. Наконец-то. Хоть что-то меняем. Вот. Все, теперь можем закончить? Похоже, нет. Похоже, не можем. Ну давай, стреляй в очередную тушку. Офигеть, ты попал. Я не ожидал. Я не ожидал. Ну, да. После этой грандиозной победы, мне кажется, нужно устроить пиршество. As victories mount, so too will resistance. Просто вообще затащили, как аки боженька. Так. Я, дамы и господа, я ненадолго приостановлю стрим, чтобы включить его чуть-чуть позже, когда я доберусь до последней комнаты. Потому что если столько времени будет занимать каждый бой, я, наверное, просто усну. Я уже, в принципе, уснул, но так я перейду на второй уровень сна, или там на третий уровень сна, или там на четвертый уровень сна. То есть, вы меня поняли. До встречи на третьем уровне сна, ребят. Твою ж. Я же знаю, как в этой программе это работает. Ну-ка, если сделать вот так вот. Лучше, хуже? Ребят, лучше, хуже?
Да, вашу мать. See you soon.